Заходи. Наконец-то. А мы вас везде искали. Господин Керим сегодня утром начал вспоминать события, но из-за страха перегрузки запаниковал. Сбежал из больницы. Потом я успокоился и пришел к вам, чтобы рассказать все, что вспомнил. Инспектор, вы лично сняли его показания? Азан, это дело твое. Это твое золотое дело. Господин Керим раскроет все секреты. То, что вспомнит, конечно. То есть ответ на твои усилия здесь, комиссар. В этом я не сомневаюсь. Спрашиваю еще раз. Ваша супруга сбежала и пряталась в метро. На Каракёе. Когда вашу жену оттуда забирали? Вы пришли туда. Откуда вы знали, что она там пряталась? То есть как вы нам докажете, что не помогали вашей жене? Вот так. В ночь нашей свадьбы мы прятались там от всего мира. Это было нашим секретным местом. Я подумал, что если Мелек сбежала, скорее всего, она пошла туда. Если бы не проверил, я бы не успокоился. Побежал туда, чтобы проверить. Я стою перед вами с памятью о нашей свадьбе, офицер. Подпишите этот протокол и можете быть свободны. Примите наши соболезнования. Мелек. Мелек. Моя любимая жена. Это моя ошибка. На самом деле, я не могу представить, насколько сильно Мелек любила меня. Не понял? Я с самого начала знал, что наши отношения не навсегда. Но Мелек... Она начала часто приходить, стала больше ревновать. А когда я сказал, что собираюсь вернуться к жене, ее любовь сделала ее убийцей. Вы сами знаете, каждый божий день такие письма приходят к вам сотнями. Любовь в случае ошибочного действия превращается в противоположное чувство, в ненависть. Но семья, семья другое. Разве я мог променять Дырин на Мелек? А госпожа Дырин, ваша жена знала, что вы поговорите с Мелек о разлуке? Дата не была известна. Чтобы ее не беспокоить, ничего не говорил. Но говорил ей, что вернусь к ней. То есть она подтвердит ваши показания, не так ли? Конечно. Тогда хорошо? Хорошо. Вы можете идти. Бог в помощь. Спасибо. Я провожу вас. Буду рад. Пожалуйста. Господин Азан, большое вам спасибо за все, что вы сделали для меня, пока я спал. Это мой долг. Вы не дали пропасть доказательствами, работали с большим напряжением. По-моему, вы делали больше, чем велел долг. Это дело уже закончилось. Но я вас никогда не забуду. Большое спасибо. Господин Керим, это дело не закрыто. Оно только началось. Что вы хотите сказать? Папка с вашим делом не маленькая. А если я скажу Бурса? Или скажу 1995 год? А если я скажу, что открою старые дела и не отстану от вас? Что за чушь вы несете? Значит, вы часто теряете память. Одно самоубийство и изнасилование. Вы забрали жизнь у молоденькой девушки. Ты и тот, кто чистит твои грязные дела, твой подлый помощник-полковник. Мелек, конечно же.
Бред — это ее выдумки. Очень волнующе. Скоро ты так язвить не сможешь. Я заново открою то дело. Я тебя в покое не оставлю, Керим Салмас. Предположим, было такое дело. Как? Опираясь на какие аргументы? Ты откроешь дело. Свидетелей нет, Мелек умерла. Ее, кажется, звали Мерве, да? Мой подлый помощник, полковник, тоже исчез, его нет? И была еще настоящая Мелек, правда? С блестящими черными волосами, большими глазами, красными губами, тонкой талией. Красавица Мелек. Но она покончила жизнь самоубийством, как докажешь? Какая же ты гнида! Комиссар, успокойтесь! Какая ты гнида! Комиссар, пожалуйста! Ты дьявол! Комиссар! Дьявол! Успокойтесь, пожалуйста, комиссар! Я у папы научился одному. Что бы ты ни делал, в конце всегда выигрывают плохие. Ты... Спокойно, комиссар.